Отправили учиться в Москву и проведали. Представители Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики встретились со студентами из Приднестровья, которые были направлены для обучения в Российскую таможенную академию Федеральной таможенной службы. Ежегодно ГТК по квотам направляет лучших выпускников приднестровских школ учиться в Россию. И сегодня в престижном учебном заведении учатся 38 наших соотечественников, граждан Российской Федерации. Все они с усердием постигают таможенное дело, а по завершении вуза планируют вернуться в Приднестровье. Руководство ГТК следит за успеваемостью приднестровских студентов и краснеть за них не приходится. На сегодня в Академии обучается порядка 40 человек студентов из Республики Приднестровье, которые отличаются трудолюбием, усидчивостью. Они дорожат честью будущего специалиста таможенной службы. Особый интерес у меня вызывает непосредственно ценообразование, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности. Мне это очень нравится, все очень доступно, все хорошо, все на должном уровне. С представителями других стран у нас сложились довольно-таки теплые и взаимопонимающие отношения, мы очень хорошо дружим, то есть никаких конфликтов нет, и ребята очень хорошие.